Как известно, во Франции начался чемпионат Европы по футболу. И многочисленных болельщиков, естественно, интересует результат каждого матча. Уже не раз предсказателями результатов становились братья наши меньшие. Это и осьминог Пауль, и слоника Нелли. Попробуем и мы найти оракула в своем отечестве. Но от этого друга явно ничего не добьешься. А эти вообще гордые. Попробуй с ними поговорить. Сорока, это наболтает что угодно. О, этот парень очень серьезный. С ним лучше не разговаривать. Да? Мирил, ты можешь предсказать, как Россия сегодня сыграет с Англией? Нет, не может. И эти два гуся на мой вопрос промолчали. Ну вот, кажется, мы у цели. Денис, скажите, у вас есть животные, которые могут что-то предсказывать? У нас был сурок в том году. Он у нас предсказывал погоду. Если он целый день спал, значит, погода была дождливая, пасмурная. Если бодрствовал, значит, день был солнечный. А в этом году как? В этом году у нас есть петух, который... Чем больше прокукарекает, тем у нас прибыль больше. Скажите, а он может предсказать результат матча по футболу между Англией и Россией? Давайте попробуем. Петя, голос. Вот Петруша у нас прокукарекал 4 раза. Значит, можно предположить, что счет будет либо 2-2, либо 3-1, либо 4-0. В чью пользу? Мы пока еще не спрашивали. Если прогноз сбудется, мы обратимся к оракулу еще раз.